Так, пока заехали в какую-то муть, но тут никого нету. О! Хорошо пошел. В ангар сходил. Так, тут надо аккуратнее, потому что каждая крыса на каждом месте сидит. Так, пока никого не вижу. Сопротивление было с одного танка, а нам говорили, целая рота приедет, да? А ее что-то нету. У-у-у, такой звук прикольный. Так, пацан, ты кого-то видишь? Я что-то разочаровался на этом месте. Никого ж там нету, да? Похоже на то. А не, слушай, вон. О, поджог пукан. Да что ж такое-то? Блин, я танканул лицом ради того, чтобы он меня это. Там вроде еще один был или нет? Или мне показалось? Наверное, показалось. Два ассиста в итоге получил, да, за мискиллов. О! Блин, пока прицелился к нему, да? А, он еще живой. Уже нет. О, там еще один. Куда? Во. Так, а того убили, да? Ага. Не, нормально стою, да? Ой-ой-ой. А где кто стрелял? Я не понял, кто где, откуда стрелял. Ага. Крыса, да, подъехала. Ё-моё. Так, не вижу никого. Просто я знаю, что если сейчас поеду, то у меня кто-то где-то откуда бах. Блин, на одном месте стою и стреляю. Сколько уже? Уже пятерых и два ассиста. Ага, вижу, он крыса летит прямо сюда. Прям на меня летит, смотри какой. Так, сейчас, ребята, не до чата.
Прощай. Неплохо, неплохо. Так, а что, где-то еще? О, я ассист получил, не? Не, не получил. Нормально настрелял. Блин. Может, он не заметит, а? Не, он походу знает, что я тут, да? И искал меня. А чё они как мухи едут? У меня снаряды закончились, пацаны. Дайте перезарядиться. Я ж не могу отсюда хлебное место уехать, так сказать. Ладно, еще одного, наверное, это. И будем уезжать. По снаряда вообще нету. Вот это швед дал, да? Никого ж нету на этой точке. Это моя точка, как говорится. Сколько я тут танков перестрелял, ё-моё. 8 танков. Вот это да. Где-то звук слышу. Или то самолет. Так, сейчас не до чата, ребята. Чат прочитаем. О. Еще один. Казалось бы, я на видном же месте, правильно? Ну я же не на крысе какой-то точке там. Блин, и что мне делать? А нельзя пацана отправить за снарядами? Просто уничтожил пацанов. О! Видели крыса, да? Вот то крыса. Крыса была. Где он там, хрен пойми. Пострелял по мне. Так, надо все-таки ехать, да, наверное? На точку. Или нет, или еще два снаряда имеется. Блин, как говорится, то чувство, когда ты взял мало снарядов. Я как говорится, как истинный рыбак, если клюет на одном месте, зачем ему это уходить? Интересно. А где он? О! Последний снаряд.
Ах, жалко. Жалко. Все, поехал я ремонтироваться. Не знаю, кинем сюда. Ой, ремонтироваться это. Заряжаться. Снарядов нет, вообще зеро. Просто пустой боекомплект. Десять кило, два ассиста. Нормально настрелял. Главный калибр – это я.